Всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в автомобиле Hyundai AX35 2010 года. Дорест в комплектации максимальный. То есть у нас есть камера заднего вида оригинальная, у нас есть усилитель и штатный сабвуфер, который находится сзади справа. Мы это все подключили, все работает, все очень круто, звук фигачит на полную, бас басит, громкость кричит, камера оригинальная работает, парковочные линии рисует магнитола. Камера не оригинальная, кстати, мы ее меняли 2,5 года назад клиенту в штатное место. Можно сказать, это оригинальная камера, потому что мы используем технологию штатного разъема pin-to-pin. Показывает прекрасно, качество очень крутое. Кнопки на руле все полностью работают, программируются на любые нажатия. В данном случае громче, тише. Следующий, предыдущий трек, выключить звук. Мод — это мод. Поднять, положить трубку. И кнопочку с головой мы программируем на включение Яндекс.Навигатора. Как это делается? Заходим в кнопки руля, нажимаем кнопку, нажимаем GPS. Ок. Все, теперь у нас кнопка с головой включает Яндекс.Навигатор. Это очень удобно. Не сейчас. Поехали в Сбербанк. Алиса все говорит, все подсказывает. Радио играет, прекрасно ловит. Также есть разделение экрана. Например, заходим в YouTube. Открыли, свернули. Заходим в Яндекс.Навигатор. Открыли, свернули. Нажимаем два квадратика. У нас вот два приложения, которые мы недавно запустили. Яндекс.Навигатор ставим себе налево. Справа выбираем YouTube. Здесь ребенку включили Том и Джерри. Сами едем по Яндекс.Навигатору. Класс. Поехали в Крым. Сот миллионов просмотров у Тома Джерри мультика. Класс. Ну и у нас на этом ролике будет тоже, наверное, 5 миллионов. Магнитола 10 дюймов, 8 ядер, 4.64, есть LTE, QLED-экран, очень-очень быстрый процессор с гибридной системой охлаждения, тут дополнительный кулер стоит, магнитола не греется, ничего с ней не происходит, полноценный 10-й Android. Что хотите, заходите, скачиваете в Google Play. Клиент перед установкой, минут 30, наверное, сидел, смотрел, как магнитола работает. Тут иконки поменял, все как ему удобно. Интернет, свой телефон подключил. Все понравилось. И сказал, давайте установим. Да, мы установим без проблем. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите такую магнитолу, переходите по ссылке в описании, звоните, пишите. Все сделаем в лучшем виде, отправим в любой регион. Качественно установим, качественно проконсультируем, качественно отправим. Всем пока.